сделка позволит нам очень сильно продвинуться на рынке. Ростелеком становится несомненным лидером среди компаний, оказывающих услуги государству и бизнесу. Центр кибербезопасности, Security Operation Center, суммарно Ростелеком вместе с Solar Security обладает наибольшим потенциалом на этом рынке, безусловный лидер. Общая доля составит порядка 70%, 70-80% от общего рынка. Мы считаем, что государство, бизнес в целом заинтересован в появлении надежных партнеров по развитию и защите кибербезопасности. Для нас приобретение Solar – это важный этап в развитии национального лидера кибербезопасности. Амбиции Ростелекома, они не только в покупке как такового бизнеса, а в первую очередь в создании в России национального оператора-провайдера кибербезопасности. Наше предложение будет идти с сети Ростелекома, из СОДов Ростелекома. Она будет давать опорные сервисы по безопасности. Мы будем давать нашим клиентам, что называется, сервисное предложение end-to-end, начиная от IT-инфраструктуры, информационной безопасности, уровнем приложений, и это даст заказчику такой единый сквозной SLA и единую точку ответственности за обеспечение кибербезопасности. С появлением вот таких большой команды профессионалов у нас появляется возможность более активной работы со стартапами или с компаниями, которые находятся, например, в какой-то другой части там, своих инвестиционных циклов, своих треков. И мы, конечно, будем очень внимательно мониторить ситуацию на российском рынке. Мы будем инвестировать в те компании, в те решения, в которых будем видеть какую-то серьезную перспективу. То, во что сейчас мы будем вкладываться, да, мы будем в том числе разрабатывать наши продукты и наши технологии. Сейчас это нужно понимать, что это является ключевым для обеспечения нашей безопасности. Ключевое – это создание российских технологий, а не взять какую-то американскую штуку и наклеить на нее какой-то шилдик. Ростелеком и Solar до последнего времени работал в основном с игроками федерального масштаба. Это федеральные органы власти, это крупнейшие российские компании. Но проблема обеспечения информационной безопасности, она касается всех. Поэтому мы планируем до конца года развернуть нашу деятельность на территории всей России. Любой из филиалов Ростелекома будет оказывать эти услуги, независимо от масштаба компании или государственного органа. Сегодня действительно недостаточно решать проблему обеспечения безопасности только аппаратными и программными средствами. Важно находиться внутри этой среды, потому что атаки развиваются очень быстро, и это буквально занимает несколько минут. И если ты их не видишь, то ты уже проиграл. Solar Security, несомненно, лидер в этом сегменте, поэтому мы целевым образом ориентировались на их приобретение. Но есть и другие компании, которые нам интересны, мы работаем с ними, мы общаемся с ними, возможно, мы тоже когда-то станем партнерами. Ростелеком в своей стратегии опирался на поглощение лидеров рынка, и для нас это действительно подтверждение того, что мы сделали за эти 3 года, построили крутую штуку. Создавая вот объединенную команду с Ростелекомом, мы закрываем уже весь стек продуктов, сервисов по информационной безопасности. От инфраструктуры безопасности, от сетевой безопасности, от средств очистки трафика, защиты от DDoS-атак, до уже сервисов соковских, которые мы традиционно делаем. Команда, которая будет заниматься кибербезопасностью, это больше 500 человек. Понятно, что есть ограничения рынка труда, я об этом говорил. Мы работаем сейчас активно с вузами, мы работаем даже со школами, чтобы выращивать для себя вот этот вот кадровый резерв, скамейку запасных, которая бы позволила нам реализовать наши амбициозные планы.